Теперь о ситуации на мировых финансовых рынках, которая продолжает лихорадить. Индекс шанхайской фондовой биржи вновь рухнул. Теперь падение более 7%, 4% снижение и на японской бирже. Столько же накануне потеряли основные индексы в США. В то же время на московской бирже положительная динамика. Дорожают акции большинства компаний, постепенно возвращают утраченные накануне позиции и рубль. В первые же минуты торгов доллар начал падать и ушел ниже 70-рублевой планки. Официальный курс Центробанка на завтра – доллар 69,95, евро 80,72. Причем в середине дня зарубежные валюты усилили снижение. Фактически биржевой курс сейчас еще ниже. От минимальных значений отскочила и нефть. Баррель марки Brent котировались сегодня выше $44. По сравнению со вчерашними цифрами рост около 3%.